Всем привет, меня зовут Макс Риск. Смотрите, смешной момент. Вот, значит, не позволяя этому доминировать. Это намек нам огонь. Еще плюс тут кофе. Ну, может быть, даже чай. Я так написал, это чай. Не бойтесь огня, Edge of Waves. И тут также меня ответили очень смешным вопросом. Это дело в том, что сама по себе картинка такая очень тяжелая. И ее подойдет просто в наше... Не подойдет просто наше время. Просто тяжело. Ну, потому что реально картинка очень тяжелая. И мат. И что... Потом слово. Как можно придумать сидеть в комнате огня и мат сидеть... Потом пить кофе и к нашему мат, к нашим играм. Просто это жестко. Я не знаю. Он даже украинец сказал по украинскому языку. Надо какой-то талант иметь, чтобы. Или чтоб что-то такое выматывать, придумывать. Или фантазировать. Мне даже я вот сидел ради интересно, чтобы мозг по нам. Понабирахать, что я тут написал? Неправильно написал. Подобрать. Даже я ничего не могу даже придумать. Вообще ничего не лезет и мат на эту картинку. Ну, в общем, вы видели картинку. Очень смешная картинка. 4 стороны, 4 орды. Ну, я вам скажу, где тут были орды. Герои, клан, вроде бы тут. Первая орда, одноглазый Эрик. Вторая орда, Джесси, Пэм. Сменить за 1000. Ну, зачем так делать? А возможно там будет еще больше. Присоединяйтесь к красному клану, мы нуждаемся в вас. Это перевод или что? Сразу переводится, слушайте. Блин, я даже не знаю, с какой это страны. Раньше было все по-другому. Раньше сразу можно определить, какой язык. А сразу же перевод. Сразу вбивать перевод. Может быть, он неправильно. Я знаю английский. Я там перевожу это все. Прям в конце. Edges. Edge of Ares. Edge of Vapes. Vapes это значит обезьяна. Эпоха обезьян. Или возраст обезьян. Но было смешно. Так, говорят тут еще модераторы, что нужен гайд. Ну я вам скажу гайд, сейчас давайте гайд. Сейчас 40 тысяч воинов. Первым делом, ну я же тут конечно войска отправил на бой. Давайте повторим. Когда заходите в игру, вот так он все это выглядит. Конечно нажимаете вот так вот, выбираете не обезьян, потому что они сразу потом возрождаются, сразу нужно убивать их. Я вам рекомендую сразу брать еду, чтобы они по-быстрому собирали, вы там что-то мутили внутри этой орды. Потом, может быть, если там у них под место, то сразу идите на железо. Так, давайте нажмем. Первым делом вот так делаем. Сбор точки. Можно, конечно, чтобы быстро был доступ, сохранить, потому что вот так делать это время. Ну, кому-то как, кому-то так. Отправить. Потом делаем вот такое. У меня почта пришла. Да, кстати, где моя зарплата? Зарплата с Edge Waves. 500 монет. Знаете, как мне очень классно зарплата вышла. Сок. Уже 500. О, 2к, спасибо. Это что такое было? Железо за точку. Ага, понял. Кстати, рекомендую точку строить. Нажимаете за ежедневную. Собираете тут. О, вау, тут было что-то размыть, классно. Так, давайте сначала выйдем, чтобы я все рассказал. Кто это такой рейтинг? Я такой не знаю, что ты нажимаешь? Изменить, поменять. 28-й. Я хочу 20-й, там я зарегистрирован. Давно, очень давно, там будет мой персонаж. Хотите, вам покажу? Лайк подпискам. Вот что такое. На нас напали? А чё на меня все? Вау! Стоп. Это реально это. Все на меня. А почему? Сила 30. Слава богу, я успел, но время тянутся. Тянет.
Макс Риск? Что это такое? Военное сведение. Я что, вам спорточник забираю? Первый раз такое. Вау! Проверю, да, проверю. Если что побахнет, то я буду в шоке. 100? Семьдесят шесть. Ничего не изменилось. В один момент. Бах! Класс. Усилить. Зачем? Кто мне это сделал? Это я сделал? Кто мне тут что-то добавил? Силу не вижу. Что это такое, что только что было? Я что не в курсе. Меня что, укрепили? Так, ну что, первое дело, нажимаем вот так вот. Что это такое, обратно? А, чат, нормально. Так больше меня не пугайте. На меня напали? У меня 15 воинов. Меня напали. Убийство. 8200 обезьян. Вторым делом мы делаем не так, как я сейчас делал. Нажимаем сразу улучшение, чтобы попроще. Чтобы сразу качать. Все. Сколько там? Блин. Что ж такое? А желез не хватает. А ну обратно вернулись. Куда еду забираете? Так. Быстро. Я не знал. Тут у меня воруют, явно воруют. Стоп, а я помню, что у нас будет 10 миллионов, помните? В этой игре ново-обново решили уменьшить сборы ресурсов, как по мне. Раньше там было 10 миллионов. Ну ладно. Ага. Заходите, почту собирайте. Кто не знает, то вот, в принципе, забрать, чтобы прям все это не читать. Но если интересно, почитайте. Модель дома машин. Машин. Лечить, лечить. Собираем. Вроде мы там должны что-то строить. А, вспомнил. Нажимаете также сюда. Вот, вот все это. Клацайте. Среда сегодня. И музыка такая вот. Обычно. Также есть такая вот штучка. Нет. Так, верим. Да, должна. Зачем она нужна? Ringel. Значит, она, ну, что-то называется Ringel. Чтобы тут получать какие-то награды, вам нужно зайти в сервер Discord EdgeWaves. Просто поиск убивайте. EdgeWaves на английском желательно. И чем больше вы так сделаете, там есть такой вот конкурс на этом. Можешь там читать по конкурсам. Там, конечно, на английском. Ну, если можно, то можно и перевести. Все это делать. Все это дело. Тем самым вы сможете набрать 10 тысяч этих коинов. Потом в конкурсе победить. Я так как-то уже разучился. И вот. И дальше. Дальше гайд. Тут говорится нам, что нужно строить базу. Что значит? Зал чудес. Окей. Чудес. Ага, акция. Кстати, классная превьюшка была бы. Слушайте, а можно мне такую превьюшку? Так, я тут немножко побыстрее это сделаю. Дальше у нас тут есть кое-что интересное. Склад. Вроде бы, если нажимаем перезарядка, отдать. Ну, давайте. Качество каравана уже максимально уровень. Так, вот. И разом можно и войск. Вот так мы нужно делать, чтобы прям собирать это все дело. Ой. Тут есть пустый стенд. Давай выставим здесь реликвии из коллекции. Это магазин? Это реликвии из коллекции? За демонстрацией реликвии вы получите дополнительное усиление. Вау! Вот как они играют. Но кто мне такой все вселил? Прям бам! А, вселение. Скорость исследования.
Важно. Скорость сбора пищи. Важно для меня сейчас важно очень сильно. Я все беру, все, что есть. Давайте добудем больше реликвий. Собирая реликвии, вы получите усиление. Собирая все реликвии в этом чудном месте. 500 производительность железа. Да, кстати, нам нужно железо. А может потом брать, кстати, можно брать. О, спасибо. Потом можно брать. Реликвии также нажимаете, кто не знает про это. Я вообще не знал. Урон. Но это вроде бы не надо пока что. Вперед, значит, вместо такого нету вставить. А можно еще одно, класс. Сборы пищи, сборы железа. По-моему, нам нужно железо. Скорость строительства. Скорость сбора железа так можно прокачать даже, кстати. Поэтому добудьте ресурсы. У меня пиха это возьмется. Конечно, блин, я уже фотошоп взял. На. Да не сам для фотки. Ну ладно. Да, там кое было обнова. Я не знаю, как это все сделать, поэтому извините, что я его не показал. Также нажимайте так, вот сюда заходите в игру и нажимаете эти кнопочки, что получаете маленькие золотые иены эликсира. Там через 3 дня, он через 2 дня, ну да, через 3 дня, там 22 часа. Также вот это вот забираете. 404, подождите, раньше было 5 из 5. Разработчики уменьшили, друзья, это значит, что-то это значит. Это значит, что это очень офигенно. Вот что разработчики изменили, это отличие. Почему отличие одинаковое? Раньше по-другому. Огонь, огонь. Окей, дальше нажимаете бесплатное, там вообще супер эконом. Получаете награду. Потом покажу, зачем я нужно. Все. Вступайте в клан, тоже очень главное. Делайте такую штучку, забирайте сундучок бесплатно. Это секретная тактика Макса Риска. Подарки. Нажимаете подарки, забирайте подарки. Не, ну это значит, что вы должны все себе забирать. Также тратите штучки, ускорялки. Потом покажу, где их можно тратить. Но это, думаю, логично. Но я покажу, конечно. Исследовать, нажимайте где угодно. Это не важно. Но мне важно именно здесь. Просто тут лайкос стоит. Значит, тут буду лайкать. А, да вообще, вообще, все дизлайкают, точнее. Потом нажимаете обычный. Потом нажимаете забрать. Что потом хочет что получать. Потом нажимаете строительство. 24 точки у вас нет. Нет. На это разрешение. Стоп. Почему? У меня нет на это разрешение. Всем же можно. Там 24 состоится. Ну ладно. Не знаю, кто мне там что-то дал. Но я хочу построить кое-что. Ого! Синие! Так они выиграли уже. Все, Марс! Так они всех уничтожают. Смысл игры. Стоп, я там каждую неделю говорят. Добавляя инди, чтобы мне там давали за то, что ты там делаешь превьюшки, мемы и всякие интересные штучки. Ну, был классный момент в начале ролика. У тебя есть талант. О, вау. Вот это я не знал. Потом нажимаете здесь и выполняете все квесты, чтобы это все сделать и добить эти цифры. Странно, но я раньше помню, что раньше по-быстрому собиралось. Там буквально 3 штучки. Ну 4. А то сразу 5. Это значит, что нужно успевать за всеми, а то вдруг разработчики так сделают такую обнову, такую сильную обнову, чтобы будет тяжело пробиться. 12 часов. Нормально тогда. 12 часов. Подождем, подождем. Также, чтобы получать это все дело, набери 1000 очков к битве мутантов против мутантов. А, ну и желез тоже. Предметы. Вот предметы, про это хотел сказать. Есть кнопочка другим. Используйте соску, чтобы вызвать малыша космоса. Что? Такое возможно? Вау.
Что такое? 5 минут. Лах. Огнем. Кстати, есть враги, которые светятся. Раньше такого не было. Вообще все поменяли. Ну там немножко меня не так уж и сильно, но поменяли. Малыш космос гуляет по космосу ночью. Это шикарно вообще. О, поход. Давайте поход, идите. В конце роли там. Я там все это сделал. Я заберу награды. Предметы. Так, батарейки. Зачем нужны батарейки? Да, кстати, друзьям, ресурсы. Это важно. Батарейки — это ресурсы. Вот они. Вот, получаете ресурсы. Вот, мне не хватает ресурсы на улучшение. А улучшаться нужно, кстати, друзья, очень часто. Если не будете улучшаться, то будет, конечно, очень плохо. Ну там, конечно, станет, когда мне там что-то прокачать. Давайте что-то прокачаем. Ну, хоть пушки. Один час, нормально. Хоть что-то, ну качайте. Хоть что-то, ну качайте. Также заходите в акции. Бесплатный обмен. Шансов ноль. Я все использовал, лишь бы поэкспериментировать. И вот вам рекомендации. Видите эту штучку? Пушки. Это офигенно. Я хочу пушку взять. Не знаю зачем, но что хочется. Вот еще какой-то энергетик возьму. Так, 10%. Ну не знаю зачем. А, 8 часов. Так, конечно, хочу. Знаете, покупайте и используйте. Сейчас буду использовать. А, конечно, нет, подожди. Разработчики сделали такую штуку, что если нажимаете здесь 150 гултонов, где-то вот здесь. А, ладно, пожертвования мне не жалко. Я тут ютубер, который делал обзоры. Так, дальше мы ускоряем. Что тут можно ускорить? Например, здесь. Там еда, там что-то можно ускорить. Вот просто нажимайте предмет и изучайте. Все. Тут даже таблица есть. Вселение. Вот. Войска улучшения. Ну, это если потом будешь атаковать будете. Мне там прям 6 штук. Вообще мало. 6 штук. Там мне нужно 600 тысяч. Тогда будет нормально. Тогда я могу уничтожить 10 баз. 10 баз нормально будет. А так 7 штук. Вообще мало, да? Раньше было много, как я помню. Вот. Например, извините. 1600. Вот это уже нормально. Это уже нормально. Зачем нужно нажимать на эту кнопочку, скажите мне? Не, ну желательно качнуть сначала, чтобы сэкономить. А что такое? Сила 3000. Секретная штука от Макс Риска. Программа улучшена. Машина машину бьет, и тут размытие. Ну ладно, ну и ютубе я должен это сказать. Тут одна ошибочка, разработчики. Размытие. Ну не знаю, хоть что-то нибудь сделать, размытие такое. Ну, очень хорошо, я вижу, мы не зря тебя наняли. Твой проектор отлично смотрится. Ну да, отлично, банан. Теперь твои караваны будут больше и быстрее. Продолжай в том же духе. Кстати, если видите, что враг... Сейчас. Ну, конечно, давайте. Сейчас, когда сейчас вы не выйдем с игры GBS, а просто посмотрим карту, всю карту. Если враги... Да вот, видите? 5 из 5, нормально. Так, вот, если враги, например, там... Окей, тут стали еще по большему счету большие обезьяны. Это, конечно, тоже классно, но старый GBS мне очень сильно нравится. Ну ладно, это, конечно, хорошо, что в будущем идем, потому что одно и то же это не классно. Вот, враги занимают точку, это очень плохо. Поэтому, если враг занимает хоть две точки, то это знак, друзья. Просто качайте как упорно, упорным игроком. Прям сейчас, 4 часа, да, видите? Не, ну тратить, конечно, желательно все не нужно. Но и что же делать? А, ну, не надо это делать. Если прям не надо это делать. Если чувствуете, что это прям не нужно, то не нужно. Голорамы. Вот. Улучшение.
Где обезьяны строители? Что-то как-то их не вижу. Ну, а что, вы там не расстраивались? Также тут размите какую-то мою классную шикарно. Чтобы не расстраивались, нажимаете на настройки, чтобы ваша игра не лагала, нажимаете на настройки. Он не лагает, не лагает. Блин, качество реально потерялось. Там текст размытый стал. Звук может там понемножку унести, что можно я так сделал. Чтоб тоже не лагал. Не лагал. Потом нажимаете. Ну, если можно, то изучайте языки. Я тоже так потом сделаю. На английском буду ролики записывать. Почему бы нет? Вот, один социальная сеть. Разработчик, куда вы сделаете Google Play? Это вот тоже очень важно, потому что по рекомендации Google Play. И вот люди будут больше скачивать вашу игру. Это видно, блядь. Версии игры 20.6. Слушай, по поддержке обращайтесь в черный список. Вот и зачем он нужен? Не, а зачем? А что прям написали вам? Какие слова? Все нужно нормально. Чтоб прямо наталкивались. Потом нажимаете на поменять клан. И создавайте новый клан. Какой там новый? Все зеленые, кстати. О, сколько нового? Прям сейчас так бахкает новые сервера. Почему так именно? Потому что новый сервер, значит, что там уже игра закончилась. Поэтому не переспускают ее. Так называется новый сервер. Прям вот так вот. Что тут еще есть? Социальный профиль. Мы хай записываем. Ну и тактику можно. Подписки 0. Это общаться. Не так валяет общение в Дискорде и в ВК и все в остальном. Сведения. Введите сведения. Это чтобы почитать. Но там так все нормально. Но кто хочет, то почитайте. Я почитаю об этом с вами, когда буду время. Или сам. Так, статистикам. Банда. А, фракция. Сведения о войска. Ну ладно, мне не так уж и много. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск. Имя Инди, которое вам нужно писать в Дискорде, чтобы получить какие-то награды. Инди вписывайте, никнейм вписывайте и север вписывайте. Вписывайте вот так вот. Вот север прям хэштег 20. Моро Борон. Так он называется, Борон. На русском. Чтобы получать какие-то награды. 19 000 войсков, войск. Ох, чтобы это реально много. 3 часа. Кто? Как вы упали, кстати, что-то не понимаю. Ага, я понял. Я понял, из-за чего вы умерли. 34 000? 34 000? Раньше было 40 000, как я помню. Вау, хороший дамаг, кстати, хорошие, молодцы. Качайтесь, у меня уже 200 000. Напиши в комментариях, сколько у тебя, 2 миллиона? Нет, ну ты молодец, скоро я тебя догоню, жди. Всем удачи и пока. О, банда, о, почта. Блин, прям все такое классно. Забирайте, стройте, забирайте. Почта. Так, какое там письмо, вроде там зарплата моя прошла. Как прикольно. По конкурсу зарплата тоже будет. Если вы не хотите расстраиваться, то в Дискорд заходите. И там по пунктам. Можем долго осваиваться. Ну и ладно. Всем удачи и пока. Так, ну кто же его убьет, интересно? Кстати, а раньше... Я когда сюда заходил, я мог вот так перейти и собрать и там награды. Вообще было шикарно. И тут награды, там вообще мог. Не, ну только вот тут мог собрать, там не мог. Чем это связано, как думаете? Пиши об этом в комментариях. Я желаю вам удачи, всем удачи и пока. Вот и бревюшка. Да не надо никакой. Ну классно, кстати. Пока.